Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня арена ВГТРК на Шаболовке 37 представляет лучших из лучших бойцов за супергероев и прочие тряпки. Как вы знаете, совсем недавно, а именно за полчаса до трансляции, у нас Xbox дал один огонь, но красный. И поэтому, благодаря Кириллу Перевозчику, мы все равно в эфире, но с небольшим опозданием. В студии Андрей Загудаев. Да. Я, Илья Овчаренко и все остальные редакционные члены, но без петличек. Покричите, парни. Вот они, да. И сегодня у нас небольшой чемпионат в среде редакции, который выиграет, конечно, Андрей Загудаев, потому что у него руки заточены под джойстик. Спасибо. Да, давайте начнем. Первая пара, значит, да, неподражаемый, неподражаемый, а ты вот следующего представь. Неподражаемый мудрец, старик, тетя, как ты постарела, Александр Трифонов. Нет, Александр, как ты постарела. Трифонов, как бы. И давай следующий. Да, и Артур Михеев, наш человек, который занимается видео, аудио. И всем остальным тоже. Нормально. Да. А я просто скажу сейчас быстренько, пока парни выбрали персонажей, что у нас тут олимпийская система. Тот, кто проигрывает, выбывает. И выбивает. Первая, собственно, пара, как раз мы уже вам сегодня представили. Самая классная пара будет в конце первого раунда. Друзья, дождитесь. Да. Кто это? Значит, это Харли Куинн, я так полагаю. Да, и Блэк Адам. А кто Блэк Адам? Блэк Адам, это, я так полагаю, Артур. Артур. Нет, я Харли Куинн. А, ты Харли Куинн. Давай, мочи. Мне очень нравится, что вы встали очень правильно. Вот я вот буквально, слева. Мы буквально до трансляции тут с Андреем немножечко потренились, поняли. О, Петь пришел, пари. Вот, видите, не врём, Петь пришел, да. Потренировались немножечко с Андреем, больше не играли. Андрей задрот, он вчера целый день сидел дома и играл в Injustice, скажем, поэтому он сильный, да, я играю на брелке с сердечком в пузе. Значит, вот я играл вот конкретно вот за Блэк Адама, и я могу сказать, что говно ваш Блэк Адам, вот, ничего он не умеет, но кто за Блэк Адама? Я. Ты? Ну, Сань, ну ты можешь, конечно, что-нибудь сделаешь. Сейчас у Сани есть супер прием из детства. Да, да, ножкой, вот да. смотри, вниз, да. ручкой, да. смотри. За который, так сказать, били канделябром, а именно кулаком в лицо в наше, как бы, суровое детство. На перемене, на большой. Вот это конкретно сейчас вот буквально Саша демонстрирует. Давай, Сань, задумал, Сань. Вы используете, прошу, пожалуйста, окружение, ведь одно из фишек Injustice... Ой-ой-ой. На! Ну это все. Все, ну это тортик тебе, Сань, ты любишь сладкое. А ему не. Он не может, как бы, да. Вообще, он... вот три, вот, смотри. Вот, а теперь может. Ну что, кстати, слабый какой-то. Не-не-не, ты промахнулся! Да, блок поставил. Это вам не это самое. Это вам не это, понятно. Так вот, одной фишкой Injustice является интерактивное окружение, которое можно кидаться, ломать об голову там, и так далее. Но наши два первых бойца почему-то его не используют. Вот, Саш, нажми смотри, РБ. Смотри. РБ нажми! Сань, кидай это Давай, все! Давай, кидай это все! А что это? У Сани другая только, вот, кнопка смотри, одна. Вот смотри, бьет, значит, любит. Видел сердечки, да? Бей бабу молотом, будет баба золотом, как бы, вот она. Иллюстрация. Это тоже спецприем. Баба с молотом? Да, баба с молотом. Сама? А чей это да. спецприем? Это не спецприем, это специальный здесь такой режим столкновения. А это что нужно сделать, чтобы оно произошло? Короче, когда они произвольно во время битвы происходят, и в момент вот этого столкновения так, ты должен так. поставить на кон вот... Какое-то количество вот этой супергеройской энергии. Так, а Александр Трифонов, первый победитель нашего мини-турнира. С ножкой, да? Ручкой. Задавил буквально-таки Артура. Давай, Илюша. Теперь... Вот это, бери второй. Теперь я и... И Димон. Значит, самого себя не могу представлять. Представлю Диму. Дима Эстрин. Человек и пароход. Исполнительный продюсер. Человек, который ночами монтирует. А днем монтирует, а в перерывах бухает. Как бы. Чувак вообще ровный, поэтому да. Вот мы с ним будем, так сказать, соревноваться. Давай ты. Что? Я сам себе не могу представить. Как самому с собой пить, понимаешь? Самый крикливый, я даже не знаю. Синим углом. Короче, рандомом играем. Джокером. Знаешь, какой он лох? Игрик.
Я представляю. И вот рандомчик. Да. Ой. Погоди, а у нас сразу, сейчас... короче, сразу просрал и выбываешь? Да, и лузера все, есть? Все, нет, какие лузера? Давайте Arkham Asylum. Давай, Arkham Asylum. Дима вообще не... Диман. И Джокер Asylum, нормально. Давайте еще здесь поделить. Да, можно. Вот это я плачу сейчас. На столбе. Так. Так что в итоге-то? Arkham или Джокер Asylum? Arkham. Нет, Джокер. Или Arkham? Джокер. Точно? Джокер. Хорошо. Ой, зеленый фонарь. Дим, это ты зеленым фонарем? Ну, это все. У него лучший суперприем. Я даже знаю, кто так в Киеве. В Киеве кого-то так будешь держать. Я уверен. На тебе. Илья отыгрывает. Ах ты, зараза какая. Если кто не знает, у Ильи есть тоже супер тактика, как у Саши Трифонова. Баттон мэш. Причем у него этот баттон мэш получается какой, не как у всех, а только как у него. О, смотри. На! Свиньей! На! Да, друзья, мы... Давай. Это, кстати, зубы, да? Илья, да, смотри, да. Вот это можно вторую камеру поставить, вот бедный геймпад. А есть у нас запасной? Вот это правильно! Так, ладно, сижу. Первый раунд за Диманом. Идиот! Слушайте, ну после этого вообще не знаю, как можно... На троечку. Я не знаю, что я сказал. 7.5. Да, тут, собственно, в общем, попытаюсь я что-нибудь рассказать. На самом деле, раундов это не далеко не первый файтинг, где нет раундов. И только две линейки жизни. Это у нас еще в Marvel vs. Capcom, по-моему. Ну, там много, да, было еще. Но дело в... Да. Но дело в том, что здесь это действительно тоже так же. Если мы сейчас еще... Включится вот этот Wager мод, я расскажу, собственно, как это работает, помимо суперударов. Давай, Димон. Дим, ой. Жми все. Смотри, смотри, Дим. Ты же его почти отмудохал. Ой, Петя. Ну я не мог Джокером просрать, убивать. Спасибо. И домой такой. Чем раньше, тем лучше. Молодец. Артем? Следующей парой у нас... Выступает Артем Кумалятов. А Петр Чокоба Сальников в правом углю. Углю. Значит, и в левом углю Артем Кумалятов. Скажи что-нибудь. Дженсен Кумалятов. Артем Дженсен Кумалятов. Да. Дженсен Баттон. Рандом. Рандом. Игрик. Да. Игрик и рандом. Рандом. Вот, это хорошая тёлка. Нет, это не телка, по-моему. У меня, походу, Соломон Гранди там или что-то. Да. Соломон, ты даже знаешь? Давай в Асайлуме. Да что вы все в Асайлуме? Хватит по этому Асайлуму, давай чем-нибудь другое. Born on Monday. Вейн Мейнер. Пожалуйста. Особняк Вейна. Брюса. Такой он, знаете. О, позвольте оппоненту ударить суперударом и выиграйте. Челлендж такой. Это как, простите? Вот так. А кто, опять что ли Джокер? Да, кто-то? Мне кажется, это ты. Соломонушка. Соломоново решение. Пики. Тоже еще один идиот. Герой, которого невозможно убить. Слушай, насколько я понимаю, это такой типа Франкенштейна, но еще хуже. Да, но только по всей этой мифологии. Вот я вспоминаю из Arkham City, он там фигурировал. И, в общем-то, ты в конце еще с ним дрался, как бы. Вот, ну там, ближе к концу, скажем так. А вот, а что он делал? Какая у него вообще мифология? Он такой урод просто. Слушай, Соломон Гранди — персонаж городской легенды, о которой тебе сейчас забудают рассказывать. Давай. Да, там, собственно, он его назвали. Да, назвали его в честь считалочки. Вот. Конечно же, как всегда, в DC Comics это потом появилось в виде собственного персонажа.
Я, честно говоря, не помню точно мифологию его, ну, вот прям как он там произошел. Но смысл в том, что он, как и Супермен, почти неуязвим. А, да? Ну, в общем, да. Ну, тут, в принципе, все такие практически. Судя по тому, как Артем им раздает ножичком, вполне себе уязвимый. Как... Давай, ручкой, ручкой, Артем, как ты да, нас учил. Не, не, смотри, я же тебе там запускал всякие, кучу всяких хреновин в него. Ржал! Надо ржать, Артем! Надо ржать! Ну давай! Успокойся. Последняя трансляция на gamebox.ru благодаря Илье Вчеренко. А почему? А что? Я не перевяжу. Увезли. А что, ржать уже нельзя? Запретили? Ну, это бывает. Соломонушка. Ну, что ж ты как? Давай, юзай. Да не у тебя это, у Пети. Петя, два. Ну, ты то теперь тоже все. А, куда полез, а? Цыпа, цыпа. Ноу, ноу, ноу. Ноу. Что ты делаешь? Ребёнок. Я понял, давай, да, давай, выдохнул, давай. Да. Попробуй. Вот хорошо. Юзай. Свой дед. Да. У тебя тоже, Петя, есть. Дела, да. У меня тоже? Да, да, у тебя тоже, у тебя тоже. Ну, после как бы вот такого, я не знаю даже. Да. Ну, кстати, у нее не так давай, много, давай, давай, давай. Уходи, уходи. Уходи, уходи. А, нихера, ты должен до него... Нет, ты должен до него добежать. Да. Эх. Вот это да! Да, да! Так. Зря ты это сделал, Артём! Зря ты так, Тёма! Класс! Вот после этого Тёмину поставили. Ой. В общем-то, Петя победил, Артём молодец! Артём молодец, а не клоун! Хороший, так, кстати. Следующая супер пара. Супер, друзья мои, пара. Супер пара! Андрей Волосатый Загудаев против Стаса Лысого Ломакина. Да. Кто победит? Волосы или лысина? Кто победит? Да, конечно. Кто победит? Мягкость или напор? Кто победит? Понос или запор? У нас может быть самая быстрая трансляция вообще в мире. Короче, так, какой я? Нет, думаю. А ты на ты рандомом я играешь. Не хочу играть, нет, ты только тёлки. Нет, рандомом. Все играют рандомом, это ладно, правило. Игры. Игры. И рандом. 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 Вот я Wonder Woman. Я не я рандомным. Нет, ты нет. Почему? Потому. Потому. Но я не знаю. Но да. Почему? Потому. Извини. Почему? Потому. Ладно. Прости, Стас. Джокера сразу. Слушайте, это Джокер, это как практически адвокат из Marvel vs. Capcom. Так. Так, это кто? Это я. Спасибо. Ты хотел тёлку? Давай. Подожди, это я играю за Вандеру. Нет, я играю за Вандеру. Да. Давай. Но у нее есть булава. А Wonder Woman просто какая-то тварь. Сегодня, как бы, на самом деле, Саша Трифонов рассказывал ее историю, то, что ее придумал некий психолог, который занимался БДСМом, и у него была жена и служанка, которую он водил, водил в ошейники и трахал по в охоточке. Вот, и, собственно, вот, по, вот у такого человека родился такой персонаж, как Wonder Woman. А, да. Поэтому ее постоянно там связывают в комиксах и так далее. Я правильно все передал, Саша? Да. Хорошо. Вот. Так что, ребят, кто любит БДСМ, или у кого есть, например, служанка в ошейнике, ну там, или... Но. О, а кто побеждает? А, нет! Ах ты. Молодец. Ах ты козёл. А это Биошок Инфинит. Ах ты козёл. О, хорошо. Ах ты козёлыч. Ну что-то как-то ты мало снял, мало. Держи, 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 держи ее. Классик, Стасик. Давай, давай. Классик, нет, Стасик. Ноу бонус. На. Смотри, амазонки прибежали, амазонки прибежали. О чем говорил Илья только что, да. Да, да, лесбийская тема опять же очень. Ах ты, развита. Ах ты. Классик, Стасик. Так. Давай. Сколько у меня осталось? Давай, Стас, не дай, думай! Дави на кнопки! Я это вспоминаю сразу. Супер. Во-во-во, да, вот. У нас практически дранкфайтер, только без бухла. На. Андрей уже знает прием за всех персонажей. За всех! Да, за всех. Весь день вчера сидел и учил. На. Ох.
Ситуация сложная. Но! Чудо, а женщина. 7,5. Так, а что, следующая партия? Я очень. Ты, так сказать, ножкой. Понял. А мы петь с тобой. А мне нравится, так. Кстати. По-моему, очень привлекательная дама. Пошел в жопу, да. Мне кажется, это тайное желание БДСМ. Господи. Мне и бабу с крыльями понравилось. Слушай, что, тайное желание летать детское? Ты Рейвен? Бабушка, я опять летал во сне. Почему тайное, Илья? Метрополис. А что, ты вот явное? Любишь, когда тебе говном кормят? Нет, это разные вещи. Ну да, согласен. Как бы... Прости, Петь. Давай. Любишь, когда тебя к кровати привязывают? Ну, не знаю. Да, ну что у нас? Дальше-то кто? Рейвен, это ты? О! No gain, no pain. Давай. Давай за Бэтмена, давай, Саня! Давлю! Саня! Давлю! Душит! Ермак! Душит! Ермак! Ай! Ната! Ната! Кстати говоря... Нака. Кстати, по поводу спецприемов, которые говорил Саня, здесь работает та же система, как в Mortal Kombat. Да. Тут, к одной кнопке привязана куча всех действий. Тут не то, чтобы к одной кнопке. Тут очень много просто похожих комбо-связок, спецприемов. И они все более-менее кочуют там, между персонажами. Поэтому если вы простым даже подбором этих... действия, вы можете там найти все в спецприемы. В эту игру можно играть в прием. Это супер дерби ножкой, ручкой. Да. Б, кстати, это сила. О, братюнь. Нормально. Нормально. Вообще рок. Гуакамоле. Опа, заблокировал. Я знаю, кстати, знаю, Илья, что надо сделать. Надо финал провести до 3 побед. Чтобы у нас, так сказать, было все. Так, когда-нибудь будет этот вообще супер удар? Все, что ли, Илья? Win. Так неинтересно. Нас остается все меньше и меньше, Илюш. Все ушли. Ох, друзья Петр, мои. Я. Да, и Илья. И друг мой грузовик. Да. Давайте, парни. Ну, как бы, не но зря. Это повезет. Не зря, да. Не зря. Так, ну что. Что у нас? Илюша, получается, в финале. Да, и кто-то. И кто-то. Да. Так. О. О, Господи, я не знаю, кто это. Синестро. Это как третий триместр. Ты что, дурак, что совсем уже? Третий. Триместр. Fortress of Solitude. Так, так. Ну ты тут вообще не можешь никак всрать. Просто невозможно. Такой сейчас стал. Ну, болит, конечно, вообще. Братан, ну держи. Давай. А кто я-то? Опять, что ли, я Wonder Woman? Да. Вы что вообще? Что происходит? Да вы что? Вот так хорошо. На! Слушай, он какой-то слишком наглый, мне кажется, Петь. Даже для тебя, то есть он, знаешь, он даже не блокирует, он не пытается закрыться. Да успокойся. Давай. Понять, как вот. Топчи. Ооо, вот так. На! Он будет тупой, Слушай, он супер тупой. Он просто медленный. Да ты что делаешь? Скорпион. Нет, Скорпион тут... Вот это что такое? Скорпион тут Бэтмен, на самом деле. Он как раз делает вот это вот притягивание каната. Скорпион, наверное, наоборот. Да, откладывание каната, опять же. Откладывание. Да. Так. Ой, не. Вот! Опа. Слушай, ну мог бы дать посмотреть удар, как супер. Да извини. Слушай, а это прям какой-то, знаешь, не, это не доктор Октопус из Спайдермена, помните такого? Из мультика, ну из... Ой. Ой, сейчас будет плохо. Красавчик! Красавчик Петюня! Ну сейчас надо выигрывать. Solitude опять же. Давай. Давай, Петюнь, давай. На тебе. Нет, это персонаж чмо, как не берите его. На!
Ох, давай, давай, Петюнь, еще есть, есть, похрен. Какой балл собираешься ставить, папа? Говори, пока не сдох. Так, ну короче. О, опять? Да ты. Да ты хоть бы пропустил. На тебе! Да, вот, вот так вот. Слушай. Друзья, как бы в финале те, кто на петличках, как бы на самом деле. Выгнали парней. Да, просто так получилось. Стрелок. Ну давай, нажимай. Дай попить. Да, давайте, короче, мы с Ильей остались вдвоем. Я думаю, что нам надо сделать до, не знаю, может до трех побед, что ли. До двух. Не, давай до трех. Потому что у нас, смотри, мы... Максимум три матча. Мы 20 минут играем. Да ладно? Да. Серьезно? Да. 20 минут? Да. Супер, супер, да. Друзья, мы так ничего не рассказали, про, по сути, об игре. Пойдем, ладно. Но я думаю, что вы более или менее все и так понимаете. Мы сейчас будем до трех, наверное, побед. Давай до трех побед. Давай ну до что трех. Уж, давай, тут давай. Уж не попишешь. До трех побед. Да. Мы с Лев Черенко, комментарии не так сказать, комментарии не читаем, да. Ничего не читаем, играем в игру Injustice. Хорошо вообще. Хорошую, кто я? Кто, если ну, я опять буду Wonder Woman, если я опять нет, буду нет. Wonder Woman. Нет. God Among Us. Как сюжет? Ну, собственно, для... О, это я Бэйном, что ли? Для тех, кто не вообще не знаком с... мифологией DC Comics. Что сюжет... само по себе странно. О, вот так. Сюжет на кол посадил. Сюжет в Injustice будет, мягко говоря, скажем так... На. Сюжет в Injustice будет, мягко говоря, сложно странным. Говорить. Да, очень, очень сложно. Очень сложно, но... Да, Бэйн, конечно, неповоротливое чмо. На. Он и выглядит как неповоротливый. Нет! Нет! Ах ты! Бонус! No honey. No money. No honey. Когда нет денег, нет любви! Такая сука! Это селяви! Ну давай, вот так. Да. Не повезло. Ой. Так вот, если кто вообще не любит комиксы и не знает, что такое DC Comics, ой, то для него, конечно же, Injustice станет... Будет сложным. Будет сложным для восприятия, вообще для понимания. Тут действие происходит игры в двух параллельных вселенных. Здесь Бэтмен дерется с Бэтменом, Супермен с Суперменом и так далее. Одни злые, но... другие добрые. Одни злые, другие добрые. Тут... Вот это камбэк! Ах ты... На... Вот это камбэк! На! 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 На ножкой тебе в стиле Трифонова! На! Нет, 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 нет! Ах ты видал! А вот то... Хоть так насажу! На! Йес! Вообще, да. Да, это просто супер, Бэйн. Да. Так вот, тут так. Очень сложно, если вы не любите комиксы, вам просто будет даже, ну, немножко неинтересно, некомфортно. Вы будете много смеяться и так далее и тому подобное. После нашего любимого Mortal Kombat, где был, в общем, тоже не самый лучший сюжет, но при этом более или менее вменяемый для нас, как, так сказать, привычный со всеми нашими любимыми героями, здесь, конечно, черт побери. Хотя... Давай какой-нибудь Ferris Aircraft. Давай. Кто у нас сейчас? Низ. Вот, поэтому если нормально. Вы берете Injustice ради сюжета и ни черта не понимаете в комиксах, и, в общем, не любите все то это просто... дело, то лучше, конечно, его не включать. Да что ж такое-то? Че мне... О, все, началось. Ну, а вообще тебе сапогом. Но это вообще... Ты чё? Ты повар, что ли? Ты повар. Ты посраный повар! На. Да что такое-то? Вот это неплохой персонаж вообще-то, на самом деле. Ну, вообще-то да.
Похож на Страйкера. Но, вот. Но лучше, чем Страйкер. Ах ты пень! Илья, излюбленную тактику, короче. Баттон мэш, она... Ну, понимаешь, это не совсем привычный баттон мэш. На! А, только начал рассуждать. Ну, что это такое? На! На! Хорошо. Еще разочек. Да, собственно, здесь есть разрушаемая арена, как вы уже видите. Помимо интерактивных предметов, которые мы можем запускать в разных врагов там, и так далее, здесь можно еще выбивать противников за... Далеко и надолго. Ах ты сука. На тебе. Ах ты гнида. Ах ты цыпа. Ах ты муда. Опа! Ай-яй. На! Вот это, знаете, это чувство. Андрей, на самом деле, многое на чувствах, как бы. Основано. То есть это же надо угадать, подпрыгнуть. Тогда! Так ты бей! Да! Дэдстрок. Ну, на самом деле, похож больше всего на Дэдпула. Ну, очень крутой. Да, тут на самом деле 1-1. Ну, кстати, даже если мы будем чуть больше играть, это будет лучше, потому что, как мы уже сказали, мы играем всего 30 минут. Я думаю, что... Да. Чем больше, так сказать, люди увидят замечательную игру Injustice, тем лучше. Да, да. Да, ну что, у нас 1-1. Да. Мы продолжаем. А что у нас следующее? Так, давай посмотрим. Все посмотрим. Господи, только не. Давай как-нибудь нормально. Джокера, господи. Давай. Давай за мисс... Вот это вот. Мессира. Это, по-моему, аресовская штука. Древнегреческий. Да, мы тут сегодня смеялись, то, что во вселенной DC, во вселенной Marvel есть один и тот же герой, которого зовут однозначно Арес. Ну да, который, собственно, понятно, с кого списан. О, это Кейна? Это Джонни Кейдж. Я вот уважаю его за это. Я понимаю, что я, скорее всего, просру, но вот как кто еще так может делать такой? Надо что? Но. Ты думаешь, что я сейчас неплохо? Да. Но Джокер на самом деле один из, ну, прям сложный, не самых крутых героев. Он очень слабенький, несмотря на то, что у него много есть всяких разных приемов, да, вот этих шутливых. Но тут еще зубы. Ему надо очень хорошо уметь играть. Да что ж такое-то, а, скотина? Вот урод. Ой-ой-ой-ой-ой! Ах ты пень! Сволочь ты! Трусливая. Конечно, Джокер всю жизнь был таким. Но это не страшно. На тебе крюком! Крюком! Нет. Урод. Урод. А, тупица тупой! Как и твой друг Бэтмен тоже дебил! Не, ну Бэтмен... Да на! Ах ты... На! Сайборг! Ой, ладно, 2-1, Андрей. Ну и как мог тебя поднасрать? Илья, ты должен камбэк устроить. Сейчас мне какой-нибудь дадут Соломона Гранди, и будет все опять. Привет. Добрый вечер. Полный. Да, может быть так. А может быть мне дадут какого-нибудь Соломона Гранди. А может быть Гранди, и нет. Да. А может быть и нет. Ну давай. Вы издеваетесь, что ли, а? Да что это такое-то? Ты должен уже научиться, короче. Да я уже научился, уже всю жизнь уже учусь. Вандер Вумен опять у меня. Да что это такое-то? По-моему, надо было просто играть ей всю жизнь. Да. Одну. Да. Она, она тебя, так сказать, подбивала на БДСМ. Самый херовый персонаж. Ну, как, не то чтобы он херовый, но он... Да на!
Но! Да! Почему-то у меня не работает работа с окружением. То есть, вот так. Да ты что вообще делаешь? А вот так тебе! Нет, 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 нет. Я же говорю, скорпион. У меня, кстати, тоже такая же есть штука. У тебя кнут. А у меня пряник. Нет, нет, нет. А, кстати, да, вот у него... Слышь, ты придурок. Нет. Нет, нет. Блин! Вот это хорошо, на. Так, вот так, да-да-да. Смотри, а ты не видел, что ли? Я видел. Как раз в демке он же был. Супер вообще. Супер-супер, я тебе. Урод. Запинаги. Ой, ну это все. А, не, нормально. Урод. Урод! Нет, так. Ты не можешь проиграть, тёлочка! Ты же чудо-женщина. А не всякое там говно. Ну давай, давай, Брюс Уэйн, дебил. Ты видел, как он так прилетел? Ой-ой-ой. Вообще просто. А, кстати говоря, к вопросу об интерактивности и вообще к вопросу ко всему. Но! Ой-ой-ой. Все это, к сожалению, через какое-то время начинает сильно надоедать, потому что... Вот! Теперь треугольничек. Это тоже еще один супер режим, так называемое столкновение, когда... Да. Когда один из героев получает... То есть оба героя получают возможность ставить... некую часть своей магической энергии вот в правом нижнем или в правом левом в левом нижнем. Победил, короче, да? Да. Но я даже не знаю, что нам еще-то делать. Мы-то, так сказать, здесь. Давай немножко расскажем все-таки в конце про Injustice еще. Я даже не знаю, может быть, какие-то вопросы ты почитаешь? Как ты думаешь? Я не знаю. Давай, я пока расскажу. Собственно, помимо синглплеера, где у нас есть режим одиночной игры, вот он, собственно, Play Store, он проходится где-то за 3-5 часов, в зависимости от того, как вы будете играть. Есть классический режим Battles. Это, если помните, в старых файтингах у нас была такая, были такие сюжетные режимы, когда вы бьете 10 подряд человек, последний какой-то босс, и вам там показывают какую-то сценку. Вот Battles — это ровно такая же история. Возвращение, так сказать, к истокам. Есть еще Star Labs, это, ну, есть тренинг Single Fight, это, в общем, понятные вещи. Есть очень крутой режим Star Labs, я сейчас его покажу. Это набор так называемых испытаний, которые разбиты, вот тут их 240 испытаний, они разбиты по каждому герою, по 10 испытаний для каждого, собственно, персонажа. И здесь у вас, если вы видите в правом верхнем углу, у вас есть разные условия, которые нужно выполнять. То есть вам нужно убивать, не просто побеждать противников, но еще какие-то выполнять условия. Как в любом таймкиллере, в Angry Birds, там, не знаю, в Cut the Rope, у вас есть трехзвездочная система. Чем больше вы, соответственно, тем круче вы, собственно, это все выполняете, тем больше у вас... звездочек, тем круче и так далее. На самом деле режим действительно крутой. Он, во-первых, довольно сложный. Вот, например, здесь есть вот одно из первых заданий. Нужно продержаться 20 секунд против женщины-кошки, чтобы она тебя ни разу не ударила. Это, на самом деле, довольно сложно в файтингах. Но для того, чтобы получить 3 звезды, нужно, во-первых, сделать 4 комбо, а еще дважды бросить эту женщину-кошку. При этом ты не можешь не делать никакие блоки и прочее, и прочее. То есть тебе нужно прям виртуозно владеть вот этой всей механикой, знать ее и так далее. К тому же есть вот, например, Hitting Up. Это тоже одно из первых испытаний. Здесь нужно в таком QTE-стиле, я вам даже покажу, наверное, QTE-стиле, такая лазерная, как это называется, дуэль между двумя скорпионами, хотел сказать, суперменами. То есть, на самом деле, для тех, кто в Injustice хочет оставаться довольно надолго, кстати, я тебе говорю, Линдон Эшби, вот, если кто не помнит, чувак, который играл Джонни Кейджа,
в фильме. Вот, у тебя, видишь, наверху есть всякие разные кутыешные истории. О, видишь, ачивмент. А почему две звезды? Потому что я какую-то штуку не вымутил, условно говоря. Сейчас мы посмотрим, кстати, даже какую. Так вот, что хотел сказать. Вон, Cross the Line 5 Time. А, тебе нужно, короче. Да. Вот. И, соответственно, это для тех людей, которые хотят не только в онлайне там с кем-то биться, но еще и в Injustice провести много времени, это действительно крутая штука, потому что, сами видите, сколько здесь всяких испытаний. Их реально 240. 240 испытаний на каждого, собственно, персонажа. Постепенно вы их открываете и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, что у нас еще остается? Мультиплеер. Здесь, конечно же, как и в любой игре про супергероев, очень много разного контента, посвященного, собственно, этой тематике. Разнообразные подложки, какие-то портреты, иконки. То есть видите, сколько их. Это в первую очередь, это не ачивки, это иконки, которые ты как бы за некие свои действия, да, получаешь. Вот эти вот подложки, это все для мультиплеера идет, чтобы, смотрите, поставить Бэтмена крутого такого, например, или вот зеленого фонаря, ну и так далее, там подобное. Здесь очень много всяких штук для фанатов, собственно, комиксов и так далее. О, смотри, как я еще ачивмент заработал. Looking good. Ну и, собственно, да, вся ваша статистика, которую вы все знаете и так далее, там подобное. Ну и, собственно, режим, онлайновые режимы. А, вот, кстати, тут еще архивы есть с большим количеством информации. Вот они, Лига Справедливости. То есть здесь вы можете открывать всякие концепт-арты и прочее. То есть количество информации довольно много. Ну и мультиплеер абсолютно с обычными режимами. То есть один на один, какие-то там survival-моды и прочее. Ничего сверхоригинального и так далее. Я предлагаю еще на последний матч сыграть. И я думаю, можно, в принципе, так сказать, это закрывать. Нет, нам надо... Да, мультиплеер нам надо. Да, Versus, да. Нет, не надо ничего. Так вот, и можно, я думаю, закрывать все это дело. Да. Так. Уже 15 тысяч посмотрим. Ой. Давайте смотреть. Так. Doomsday. Это кто Doomsday? Наверное, ты. Давай, знаешь, Дима еще не играл. Striker Island. Мы еще не играли, я думаю. Я так понимаю. Вот, и последний вопрос, чтобы вы, так сказать, его не задавали в комментариях. Рецензия, скорее всего, появится у нас завтра, она уже написана. Вот. Оценку, конечно же, мы вам не скажем. Но, в общем. 7,5. Да, 7,5, и стелса не хватает с головоломкой. Так, ну что? Я не знаю, как им играть. Это Doomsday вообще. Это хороший тоже человек. На! А у меня, походу, не очень. У меня вообще какой-то. Ой. Это что вообще? Я не знаю. Не, у тебя Леголас же, у тебя Хокай местный. Да, местный Хокай. Но это, кстати, тоже притча в языцах. Мы хотели сделать суперспецматериал про одинаковых героев Marvel и DC, но их набралось столько, что мы решили другие делать. Что если дарим вам идею, можете в социальной сети нашей сделать. Потому что там есть до смешного доходит, что просто одинаковые герои, как Арес. Например, есть в разных ипостасях. В разных такой вселенных. Закрутил стрелу. Смотри, там Кратос какой. Но! Ох ты ж! Но! Green Arrow. Green Arrow, кстати, нормальный. Он, кстати, единственный герой, который пытается шутить, помимо Джокера, основной сюжетной линии. Я смотрю, шутник такой. Такой, да. Нормальный. И вот так вот, а я все поставил. Короче говоря, вы, наверное, заметили вот эти шкалы. Там просто такая ставочная система. Чем больше ставишь, тем больше выигрываешь. Ну что ж такое-то, придурок? Салют! Придурок. Салют, братан! Ура! Победа! Ну. Придурок. Ну что делать-то еще с тобой? Кроме как не вот этого вот так. Ну, да что ты?
Что ты? Нет. Это ты? А, вот урод, а. Может, еще один? Давай. Ну, давай, последний, да. Крайний. Крайний. Такой. Знаешь, он похож на Шона Коннери. Да, 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 я тоже хотел сказать. Шон Коннери вернулся после Лиги выдающихся джентльменов. Кстати говоря, давай, может быть, какой-нибудь супер-анонс сделаем. Какой-нибудь, а? Давай. Завтра у нас, дорогие друзья, давай, где у нас, где? О, Great Hall, Plaza, Great Hall, давай, Great Hall. Так вот, завтра на нашем сайте стартует новая рубрика, она будет посвящена всему тому, что происходит вокруг игр, в первую очередь в кино, в музыке и в книгах. И мы в первом выпуске поговорим как раз про DC Comics, так что завтра и про фильмы кое-какие. Да ты издеваешься. Ну, ты... На! Чё, плохо, да? Как этим играть? Леголасом? Ты что за придурок? Это внебрачный сын Рейдена какой-то, мне кажется. Нет, ты знаешь, что я буду делать? Я буду вот так стоять тоже. Мне вообще похер. Ага. А вот так. А вот так, а вот так. А ручкой, а ножкой. Опа, видал как? Да, все нормально. Господи, это какой-то Assassin's Creed против меня. Ну ты что? А чё, плохо, да? Да, очень плохо. Очень плохо. В том-то и дело. На, урод. В жопе ноги. Давай. Опа. Опа. Ой-ой-ой-ой. Ах ты пень. А вот так, а мимо. Ах ты, козлина. Попал. Вот так вот. Вот это хорошо. Вот да это. Не, ну то, что как-то вот, ты не знаешь, вот главная претензия к инжастику, ой, да, главная претензия... Вообще, зачем ты в парня превратился? Вот! Главная претензия к инжастику, что в отличие от Marvel vs. Capcom, если помните такую игру замечательную, сумасшедшую абсолютно на всю голову, здесь не хватает какого-то вот супергеройской эффектности. То есть тут есть, конечно, очень крутые моменты, да, вот тут можно делать вот так, и вообще все это действительно круто, но все равно, ну, не знаю, не хватает какого-то сумасшествия, чтобы совсем голову срывало. К тому же, как я говорю... К тому же Marvel vs. Capcom рисованное, что намного проще поддается, скажем так, сумасшествию. Да что ж ты за человек такой, а? Что ж ты за... На! Что ж ты за человек? На! Ну что? Чё? Дай третью уж тогда. Давай, ладно уж. Так уж и бы. 1-1. Сделаешь уже совсем уже меня уже. Да. Я... Нет, это на самом деле правда, но... Но нет. Всё, но все-таки, ну блин, раз уж вы решаете сделать. Тут дело даже не в том, что это не так, ну, не сильно крышу сносит. Дело в том, что вот эти все суперприемы, ну, далеко не все, далеко-далеко не все, они какие-то, ну, не очень крутые. Ну, не знаю. Ну, такие. Ну, такие, как в анекдоте. Это что, ряженка или кефир? Да. Ну, такое. О, Харли Куин, ну да. Да. Ну, а где тогда у Джокера Сайлон? Готэм Сити. Тут, кстати, тоже еще, если вы заметили, фанаты комиксов, Бэтмена и прочего, тут огромное количество всех локаций только из Бэтмена. Блин, да что ж такое-то? Что ж мне придурок-то достает? Кстати, она тоже крутая, она очень быстрая. Да что такое? Ой-ой. Да, только слабая. Походу. Какой это скотина. А вот так. Ой. Ой-ой, Бэтмен, Бэтмен. Наш общий враг. Тут ты знаешь, я тебе могу сказать, после того, как я прошел Injustice, я вообще уже не верю, кто тут враг, кто тут друг. Да. Но! Вот это хорошо.
как ты твою девочку? Против такого жердяя! О! Это неплохо получилось. Да ты да заколебал ты. Я трифоручка, а у тебя нож. Делать, понимаешь? На еще! Пилотом! Сраным! Страшно, не то слово. Нет. Да! Да что ты, сучка? Да! О, пирожок. Ну, кстати, тоже ну так. Конечно так. Ты придурок. А вот так. Ой-ой-ой. Все, братья, это до свидания, мама. До свидания, мама. Ой, как всегда, смотри, знаменитая же история, когда он ломает звоночник, да, Бэтмену. Спасибо вам, друзья. Мы отбудем. Играйте в хорошие игры и, наверное, играйте в Injustice, потому что это, пожалуй, сейчас главный файтинг, который есть на рынке. Счастливо! Да, пока!